Sveiki, draugai. Šiandien papasakosim apie Klaipėdos geležinkelio stotį. В начале 20 века напротив железнодорожного вокзала, вот он там, был построен другой железнодорожный вокзал для узкоколейной железной дороги. Вот мы видим, все три здания сохранились. И в одном здании сейчас бар 19 век. Сейчас, Лина, ты там постой, я сейчас подойду, расскажу там. Комплекс зданий, станции узкоколейной железнодорожной дороги был построен в 1900-м году и закончили его строить в 1905-м году. Он состоит из трех парных зданий. Это вот одноэтажный склад. Дальше здание идет. Одноэтажная станция сама. Красиво отреставрировали. Вот. И значит, вот это вот здание, это вот это вот двухэтажное. Это здание администрации, ребята. Стиль этих зданий прусский, называется Material Steel. Здесь прикольно по-немецки написали Prefkastet. Лина, зацени. Ну вот здание администрации, так сказать. Все отреставрировано, все люкс. Вот хозяин ресторана воздвиг вот такой памятник. Ну, или говоря, скульптура, другим языком. Это вот скульптура, скульптор Клаудиус Пудимас. И называется она «Стрелочник». Этот фонарь, кстати, горит вечером. «Стрелочник». Как он сам, скульптор, заявил, что он старался создать не только образ стрелочника, черты его характера, но и передать дух прошлого. Ну что, друзья, идем дальше. А, вот, ладно, сейчас, давай обойдем это здание. А, в 1947-52 годах это были жилые здания. Сами рельсы шли в Клемешке, потом разветвлялись. Одни шли в Давилай, через Давилай, в Лаугаляй. Правильно сказал, не? А другие шли рельсы в Плекяй. Во время Первой мировой войны пришла в упадок эта вот станция и эти все вот рельсы. Так как взорвали железнодорожный мост, ребята, через реку Данге или Дания, рельсы переложили на направление газовой станции, которая находится вон там вот. Сейчас там музей ретро-автомобилей. Есть у нас про это видео. Вот, и скотобойню. Вон там рядом находится. Она там и после войны была скотобойней. Сейчас ее отреставрировали, там фитнес-клуб. Ребята. Лина говорит, что это вот за здание, расскажи. А я говорю, что в этом видео мы только про вокзалы расскажем, так сказать. Ай да, забыл сказать, что после Второй мировой волны, войны, рельсы сдали на металлолом. И разобрали. Не, разобрали и сдали. Аутентичная надпись восстановлена. Социальную и гуманитарную мокслу факультетас. Это, друзья. Ну, раз уж подошел.
назад. Семинария была в 20-30-х годах, потом гимназия в 30-х годах, потом институт был в 46-52, потом снова семинария с 52 года по 1990, потом с 75 года по 91 школа педагогов. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Ну вот видим педагога, так сказать. Прикольный райончик, только квартиры дорогие. Я вот искал, тут одна зрительница просила цены узнать, там я только три квартиры нашел свободные, которые продавали, и то там цена была 1300 евро за квадратный метр, однушка. Впереди видим реставрированное здание, под прусский стиль такое сделано. Вообще в Клайпеде в центре нельзя строить дома, ну как безвкусные, можно сказать. Даже могут придраться к дверям, к окнам, что не по плану сделаны или, допустим, некрасиво. Вот там вместо туалета что-то строят. Ну да, это клиника сейчас. Две клиники. Вестингума клиника и Одонтология клиника. А внизу магазин Шильдимо с Приндимой. Или там фирма. Идем. Вот это стандартное здание. Было построено в 1871 году и закончено строительство в 1875 году. Стандартный проект. Точно такое же здание есть в Щелуте. Кстати, там мост железнодорожный новый. Через железнодорожные пути. До этого, после войны, мост приволокли в Щелуте. А когда построили в Клайпеде новый мост железнодорожный, то тот мост прусско-немецкий вернули обратно в Щелуте. А вот, сори, туалеты вон там остались. И с другой стороны тоже есть. Подойду. Там бомбоубежище. Кстати, в субботу к Клайпеду проезжал железнодорожный состав с танками и бронетранспортерами на Украину. А проезжал он с Нидерландов. Тут не пишут, что будет, но не пишут. Может, бар, очень похожа конструкция здания. Вот сейчас я, извиняюсь, расскажу про это здание. Оно находилось на линии Тильзи-Клайпеда. Ну, Тильзи-Клайпед. То есть Советск, Клайпеда или Тильзи и Мемель. А перед вокзалом была вымощена представительская площадь. А само здание вот это вот конкретно уже построили в 1881 году. Рядом видим советское здание. В нем сейчас железнодорожный вокзал. А это здание приватизировали. Там сейчас нет никакого вокзала. Вот. Стоило здание и вся инфраструктура с путями 58 миллионов прусских талеров. Первые рейсы были грузовые, древесина, рыба, маршруты Клайпеда-Щелутя, Клайпеда-Щелутя-Пагегей. Ой, извиняюсь, Пагегей. Сейчас вокзал в пристройке, вот этой вот. А вот, кстати, где-то скульптура. Вот скульптура, ребята. Скульптура прощания по случаю юбилея города. Была возведена в 2002 году. Ее инициаторами стали выходцы, эмигранты из Клайпедского края. Друзья. Вот видим настоящий флаг Литвы.
Сейчас покажем современный железнодорожный поезд с вагонами. Ну, Лена обманула меня. Угу. Нету его. Ой, точно, ребята, приехал! Там, кстати, кожные сиденья, все наоборот, интернет. Красота, в общем. А вот эта станция советская. Мандрода из Ишвачу, опять человек, это же Манеславка такая же, ну. Ребята, прикольный грузовичок такой на этих, на гусеницах. Ну, где поезд? Ребята, зайду в станцию, поснимаю немного тут. Вот. А я без маски. Здесь курить нельзя. Дальше, друзья, покажу старый паровоз и где Володя стоял, руку поднимал и куда он потом показывал, покажу. Не переключайтесь. Вот мы ждем с Линой этот вот состав, а он на месте стоит. Хотели показать, какие красивые in Lithuania поезда. Аня? Как? Что там за песня там? Траукину, Косманока, что там, Реда? Не-не-не, ты это пела уже. Ладно, пока подойду к этому паровозу. Кстати, он на ходу. Просто поставили как памятник его. Если мне не изменяет склероз 54-го года, он сейчас табличку покажу. В общем, Горвежис 150 серия L. Ладно. Вот трупуже. Обгава и китой пусть и что-то с пусть отвара. Сейчас временно побуду другим блогером из Клайпеды, который поезда снимает. Он сейчас тоже снимает. Ну что? Ай. Прям как в Японии. Вот для Литвы они длинные составы не нужны, вот сколько он, центральная секция и сам этот вот локомотив один и другой, он в обе стороны может ездить. Вот, там что, иммигранты что ли? Ну, заметил, жители Афганистана стали наши видео смотреть, там пока меньше процента, но потом приезжают они в Клайпеду, они заранее смотрят, что это вообще за город такой. Потом работают они там. Пиццы делают. Ну, короче, в кулинарии работают. А чё, ребята, молодцы, не курят, ничего. Прикольно. А? А, ну все. Красота, люди есть. А что они без масок? А, они. А вот, ребята, обслугинесы смотрят, чтобы в масках были. Вот, радуются, радуются. Встретила сына, женщина или. Не знаю, там реки график уж берет. Паровозы L-серия. Где? Это я, кстати, отер. Производились с 1946 года по 1955 год. Сделано 4199 экземпляров. А этот в Литве эксплуатировали с 49 года по 1976. В 2007 году он стал музейным экспонатом. О! Атя! Так он дальше в Шилуте едет. Памятник Ленину, друзья.
был открыт в 1951 году, 7 ноября. Скульптура стояла на постаменте у входа на вокзал, на старый. Советский построили этот вот в 83-м году. И вот. И показывал Владимир Ильич рукой на здание КГБ. Но в те годы это не КГБ было, а было ГБ. Государственная безопасность, просто буквы К не было. Я уже сам исправил. Вокруг скульптуры были посажены ели, которые выросли, и казалось, что Ленин стоит в лесу. 80-е годы. Скульптуру, ребята, демонтировали. Вот так вот. Ну все, всем пока. Всем до новых встреч. Покруток. Ники, кисяком все.